представляем вагонку «Штиль» сорта АБ из хвойных пород древесины. Толщина материала 12,5 мм, общая ширина 96 мм, рабочая ширина 90 мм, длина 800 мм. Вагонка хранится на закрытом, хорошо проветриваемом складе в упаковке производителя. В видеообзоре мы показываем именно ту вагонку, которая имеется у нас в продаже и которую мы доставляем нашим клиентам. Профиль штиля отличает закругленные фаски с обеих сторон. Вагонка имеет шип и паз одинакового размера и образует плотное соединение. С оборотной стороны вагонки присутствуют продольные канавки, которые снижают риск кручения и выгибания доски. Рассмотрим особенности сорта АБ. Вагонка из дерева – это натуральный материал, поэтому на ней могут присутствовать природные дефекты, и это вполне естественно. Все дефекты на вагонке сорта АБ строго регламентируются требованиями ГОСТ 8242-88. Оценка дефектов производится по лицевой стороне изделия. Сейчас мы продемонстрируем все существующие дефекты вагонки «Штиль» сорта АБ. Но это не значит, что все они будут присутствовать на материале. Они могут как встречаться на вагонке сорта АБ, так и отсутствовать на ней. Здоровые сросшиеся сучки, в том числе с трещинами, в нерегламентированном количестве. Несросшиеся темные сучки диаметром до 30 мм, не более 3 штук на погонный метр. И диаметром до 40 мм, не более 1 штуки на изделие. Кромочные выпавшие сучки диаметром до 20 мм, не более 1 штуки на погонный метр. Невидимые при сборке. Обзол шириной до 10 мм и длиной до 1/6 длины изделия, невидимые при сборке. Непрострок на лицевой стороне шириной до 70 мм и длиной до 90 мм. На тыльной стороне не регламентировано по площади. Несквозные трещины от усушки шириной до 1 мм и длиной не более 1/3 длины изделия. Сквозные торцевые трещины шириной до 1 мм и длиной не более 70 мм. Смоляные карманы шириной до 2 мм и длиной до 15 мм в нерегламентированном количестве. Шириной до 5 мм и длиной до 60 мм не более 3 штук на погонный метр. Сколы глубиной до 3 мм и максимальным размером 30 на 30 мм, не более 1 штуки на 1 погонный метр. На шипе допускаются сколы любого размера, невидимые при сборке. Сердцевины с максимальным размером 8 на 500 мм. Прорез шириной до 8 мм и длиной до 100 мм не более 3 штук на изделии. Покоробленность. Продольная по пласти прогиб до 50 мм на 1 погонный метр. Поперечная по торцу прогиб до 2,5 мм на изделие. Даже если на материале присутствует легкая покоробленность, при затягивании саморезами доска вплотную прилегает к обрешетке и принимает ровную форму. Еще раз подчеркнем, что все дефекты на вагонке «Штиль» сорта АБ строго регламентируются требованиями ГОСТ 8242-88. Они не обязательно будут присутствовать на изделии, а некоторые из них встречаются крайне редко. Отметим, дефекты никак не влияют на прочностные характеристики материала. Когда вы смонтируете вагонку, вы увидите, что дефекты не портят внешний вид обшивки, а образуют естественный рисунок древесины. Именно за эту природную текстуру многие выбирают натуральное дерево в качестве обшивки.